Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Олегыч Геймс, и мы сегодня сыграем в игрушку Overwatch. Так, давайте возьмем фару такого бойца. Главное, чтобы сейчас команду собрала. Есть, команду собрала. Отлично. О, Греция. Нихера себе. Так, только бы кто бы не взяли бы нашу фару сейчас. А то мы сейчас не сможем ее выбрать. О, вот она. Так, берем. Кстати, у нее охеренная пушка дамажная. Я буду защищать невинных. Ух, смотрите, какой ствол. Нихера себе, блядь. Так, можно перезарядить. Давайте посмотрим, что у нее тут вообще. Ракетный залп есть, реактивный ранец, взрывная волна. Ну, ракетомет понятно, и парение удерживается. Так, удерживайте для полета. Фара прибыла. Так, там уже битва с 3 титанов. Привет, чувак. Есть! Как мы ее собой, блять, вот я обрадовался. Меня уже с другой стороны сапами. Кто это? Ниндзя? Бешеные, блин, чувак. Системы рапторы работают в штатном режиме. Че, сейчас все будет нормально. Так, надо атаковать, они. А, боже, я же думал, меня тут что-то сейчас усыпает. Блять, а что это меня так гасит? Я не понимаю. Бля, пулемет? Блин, бешеный вообще. Ну что-то очень быстро меня убили. Поражение. Все? Быстрый бой у нас был. Да, крутая команда. Лучший момент матча. О, это сейчас посмотрим, а этот пулеметчик. Попытка матч. Будет номер два. Как надо. Так, мы еще не дотягиваем до 5 уровня. Буквально чуть-чуть не хватает. Так, сейчас как раз будет следующий матч. Будем надеяться, что люди не разбегутся. Сможем с ними сыграть. Разбежались. Ну что ж. Я думаю, сейчас быстро найдем себе сокомандников. О, этот лучник бешеный. Ну, какой-то якудза. О, есть. Нашлась команда, слава богу. Да. Вы прибываете в Номбане. Так. Кстати, пишут нам, что мы можем в любой момент сменить героя на базе. Не, мы будем с собой играть фарой этой бешеной. Она офигенная, реально. Ага, мы обороняем. Хорошо. Так, я думаю, этот раз у нас должно все получиться. Тут как-то проигрывать мне не очень нравится. А что это вот 4 человека еще не выбрали никого? Я буду защищать невинных. Так, хорошо.
Проверка систем. Надо сразу на место. Все системы в норме. Займем сейчас какую-то позицию. Готовы к удачную. Бою. Ага, вот эта позиция. Так, я думаю, откуда бы нам лучше? Я думаю, что отсюда будем защищать эту позицию. 30 секунд. Во-первых, отсюда нас сложнее будет выцелить. Так, ну что ты там в пулемет превратился этот? О, отлично, защитный экран. Так, я пока никого не вижу. Такой пулеметчик. 5, 4, 3. Фу, ну что ж. 2, 1. Понеслась. Начинается атака. Защищайте объект А. Да, откуда-то оттуда по-любому. Начинаем боевую операцию. Что там кто-то есть? Упала. Ну, тварь, блядь. Что, мне прям в табло попало, что ли? Я не понял. Я больше не ошибусь. Объект потерян. Блядь, вот дают. Остановите груз. Блядь, ну вы даете. Барьер уничтожен. Хера себе тут валят, блядь. А, так смотрите на этого пулеметчика, он сделал тут этот, он прикрывает. Да. Я нужна своей команде. Да понятно, что нужна, но, блядь, я сомневаюсь, что при таком их не раскладе мы тут что-то сможем сделать. Наш пулеметчик нихера не делает. Срочно восполнить здоровье. Где оно там, блядь? Бо я сейчас субко не двину. Вот, есть. Можно с таким было успехом, конечно, и умереть. Цинья тарамит. Так, надо обойти. Груз приближается к пункту назначения. Двойной. Походу мы уже проиграли опять. А ёлки-палки. Поражение. Неужто я так плохо играю, блядь? Так, давайте попробуем еще разок. Лучший момент матча. О, ковбой. И чё он там научил? Чё с ним стреляет? А, он сразу всеми патронами? Да, просто красавчик. Еще никак до спешала даже пройти не могу. Так,
потихонечку подбираемся к 6 уровню. Серебряная медаль. Хорошо. Так, 3 убийства. Ну, в этом делали дабл килл, кстати. Вы о, Россия. Конструкторское бюро Вольск. Отлично. Приготовьтесь к обороне. Оборона так оборона. Так, ну, кто-то еще там должен выбрать. Есть, отлично. Нет героев поддержки, нет снайпера. А, это шелечит, по-моему, такой ангел. Вот это вот. Что это за кщевша? Блядь, это какой-то набор букв у чувака, никнейм. Я буду защищать невинных. Все, погнали, ребята. Вот мне интересно, тебе шлем на мозге не давит? Что? Можешь повторить? А то тебя сверху плохо слышно. Кстати, можно из воздуха неплохо бомбить, я думаю. Так, давайте где-то я займу здесь позицию. 30 секунд до атаки. Вот здесь я буду. О, отлично. Я думаю, что они где-то оттуда попрут. Проверка систем. Все системы в норме. Готова к бою. Так, ну я тоже готов, в принципе. Все тут позалазили наверх. 5. Красавчики. 3, 2, 1. Начинается я готов. Атака. Защищайте объект А. А, он там пушку поставил? Ничего себе. Ай, красавец. Так, так, так. Обнаружен противник. Выходи и сразись со мной! Я лично пока никого не вижу. Бля, вы видели этот прикол? Снайперша говняная. Красиво. Тут системы рапторы работают. Четко меня режиме. Срубили, блядь. Так, давайте тогда. Надо сейчас как-то агрессивнее сыграть, что ли. Герои, восстаньте! Так, где все? Давайте помогайте, ребят. Блять, сука, не успел на этот экран спрятаться. Я, в принципе, и так неплохо пострелял. Так, снова все, на связи. Дальше.
Так, надо защищать объект, нам еще 2 минуты осталось. Тактический визор активирован. Герои, восстаньте! Они снова в строю! Ливень возмездия! Это да. Так, ну что, давайте ждем следующей загрузки боя. Зашпилим еще. О, достигли 5-го уровня. Хорошо, потом контейнер возьму. Опять Россия. Ну хорошо, пускай будет. Что там еще двойник, как вы выбрать не могут? Давайте, ребята, подтягивайтесь. О, ковбой. Все, я буду защищать невинных. Да что ты говоришь? Знаешь, Райнхард, когда я была маленькой, у меня дома висел твой плакат. Да, помню плакат! У меня там такая прическа. Скоро у меня будет много работы. Ага, мы ждем, сейчас будем атаковать. Они должны сейчас на позицию выйти. Атака начнется через 30 секунд. Покажем свою доблесть в славной битве! Какой нервный это чего? А, ну что так долго? Давайте. А где-то сейчас ровно полдень. Сумасшедший, да, чувак. Этот полный, конечно. Еще тот конь. 5, 4, 3, 2, 1.
Атака началась. Захватите объект А. Вперед, друзья! Обнаружен противник. А я тут не в очень удобной позиции, кстати, стал. Еще нету поддержки нашей. Ой, там еще этот ангел был. Я стороны. Больше не ошибусь. Все, я понял, надо по-другому. Перейдем вражеская турель! Осторожно, снайпер! Блять, эти снайперы, я так их не люблю. Впереди вражеская турель! Пришлось от тебя избавиться. Вражеская турель уничтожена! Блять, а где этот снайпер? Эй, вы все, подлечитесь! Сука, блять, он так строчит, что сумасшедший. Верхнюка. Сейчас расплат. А у него он еще правой кнопкой меня. Захватывай объект. Давайте ко мне. Так, уже лечу. Веду захват объекта. Помогайте. Да бегу я, блядь, как могу. Захватывай объект. Давайте ко мне. Подруга. О, знаете, так сражаются только трусы. Все системы в норме. Хитрая тварь. Герои не умирают. Тактические визоры. Отсюда вывалите. Сука. Больше не играю, поправь. Притянул меня, говнюка. У меня так это херня есть. Сейчас еще, блядь. Охеревший. Герои, восстаньте! Чувак, блядь. Враги возродились. Надо побыстрее вот туда залазить. Кстати, хорошая позиция, я там заметил. Тактический визор активирован. Очищаю территорию. Выходите. Герои. Поставил лечиться. Герой, не умер. Говнюк. Че там? Есть, порвали. Отлично. Так, ну что ж. Лучший момент матча. О, этот с кувалдой. Красавчик. Выходите, не стесняйтесь. Герой. Да, он круто прибивает. Прикольный робот.
Эпический матч. Да. Так, хорошо тогда. Давайте покинем состав команды. Давайте посмотрим, что у нас тут в контейнере выпало. Давайте выберем этот граффити. О, какой страшный. А это что такое? Какая-то шняшка. Хорошо, с вами был Олегыч. Вы на канале Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.